В коридорах городской поликлиники непривычно безлюдно. Медики говорят, что пациентов сейчас меньше, так как в последнее время увеличилось число заболевших короной. Но несмотря на все это, прививочные кабинеты работают как обычно, с 8 утра до 7 вечера без выходных. Люди приходят, побоявшись уже, потому что все, в каждой семье уже все столкнулись с этим коронавирусом, тем более сейчас с омикроном, разновидность коронавируса. Люди желающих еще пока есть. Насколько вообще эффективна вакцина против вируса омикрон? Эффективность, она, конечно, есть, она доказана на модифицированные виды коронавируса, имеется в виду вот это вот на омикрон тоже. Люди, которые переболели, если после вакцинации, у них это протекает в более легкой форме. Николай Зимцов ни разу не болел ковидом. Первую прививку он сделал еще полгода назад, а сейчас пришел на ревакцинацию. Николай считает, что болезнь обошла его стороной во многом потому, что он соблюдает антиковидные меры. Без маски и антисептика из дома не выходит. И считает, что пожилым людям особенно важно позаботиться о своем здоровье, то есть вакцинироваться. Я уже делаю вторую прививку через полгода как раз. Чувствовал первую прекрасно. И вот сейчас 20 дней сделал первую. И сейчас вторую уже кончаю. Все нормальненько, даже никаких помех. Сейчас в поликлинике в наличии спутник ВИ, эпивак и спутник Лайт. Каждый взрослый может прийти и сделать укол. А в детской поликлинике Черкесска могут вакцинироваться подростки от 13 до 17 лет. Альбина Шаова, Мурат Кемрюгов, Архыз, 24.